Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Анна и канал Лисица. Сегодня 29 апреля и пришло время заняться теплицей. Надо было бы еще месяц назад, но здесь месяц, шли дожди. Невозможно было ничего делать. Сегодня вроде уже солнышко, вчера еще было солнышко. Сегодня обещают 3 дня солнца, так что надо за эти 3 дня успеть сделать. Зимой был сильный ураган и совсем порвало пленку. Ну, пленку мы натягивали еще в 2017 году. Она под действием солнца, ветра, дождей истощилась. И вот именно по центру, видите, ветер ее порвал полностью. Хотя мы ставим солнцезащитную сетку, ну, все равно солнце, оно есть солнце. Так что мне сегодня такая работа. Все это надо снять, всю пленку, все эти веревочки, на которые мы вешали наши помидорки, чепляли. Все теперь это надо поснимать, все подготовить под покраску. Покрасить нужно обязательно. У нас были покрашены только дуги. И вот смотрите, за дугами нормальная пленка. А вот тут мы не красили. Видите, что творится? Она тут везде порвалась. Так что все это надо снять, все это надо зачистить, все это перекрасить и успеть за эти 4 дня, пока не пошел опять дождь. Вот. Пленку мы брали турецкую, хорошую, 150 микрон. Она хорошо держит. Ну, считайте, 6 лет она продержала, несмотря на то, что пару раз град был. Видите, вот тут такие. Это был град такой, как куриное яйцо. Он был не просто кругленький, а похож на ежика. И такие летели с такой скоростью, боже мой. А в этом году вообще в феврале был ураганный ветер. Огуречную теплицу вообще порвало на кусочки. А это только по центру так порвало. Ну, будем делать, потому что пора уже высаживать помидоры. Давно уже надо было. У меня раньше всегда уже на 1 мая тут уже помидорки такие были высокие, большие. Но сейчас они у меня в доме, там в летней кухне я их поставила. Так что они готовы к высадке сюда. Только надо довести до ума теплицу. Так что пожелайте мне удачи. По ходу я буду снимать видео, показывать, что у меня получилось. Думаю, что должно быть все замечательно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спрашивайте. С вами была Анна и канал Лисица.